Привет, страна. Сегодня еще один замечательный денек. Тихонечко на веслах пробираясь к точке лова. Один рыболов там уже ползал на лодке, но решил оттуда уехать. Я сейчас встану, снова буду твичить, буду раскачивать еще один воблер, который мне впарили в одном из магазинов, как это обычно бывает. Купил я его только для того, чтобы поэкспериментировать. Уж очень интересно, ловит ли он на самом деле. 130-й воблер суспендер. Ну, тоже буду твичить, я уже говорил. Вот, а что из этого получится, все увидите. Осень, время замечательное. Единственное, что мне не нравится, это постоянные дожди. Дожди, скучно, грустно. Просто не хочется мокнуть. А в такую погоду, как сегодня, я выбрался с огромным удовольствием снова половить рыбы, сделать фильм, ну и вам показать результат. Очень уж у меня все внутри зудит. Почему-то я думаю, что сегодня щука порадует своими поклевками, порадует своими прыжками, ходьбе на хвосту. Очень нравится ловить щуку в районе 1,5 килограмм. Во-первых, ее приятно доставать. Во-вторых, гастрономическое качество у нее на порядок крупнее, чем, допустим, ловить бревна 10-килограммового. Хотя я ни разу не ловил. Пути ловил, но, знаете, мясо какое-то все равно не такое. А вот 1,5-2 килограмма, я считаю, рыбу нормально в самый раз добывать. Ну что, сейчас я встану на якорь. Не до самой точки, конечно, где я хочу ловить приплыв, но сейчас встану здесь, попробую, и потом буду по всему болоту спускаться потихонечку. И вам, конечно же, все покажу, расскажу. Также хочу попробовать сегодня джерк. Взял с собой джерковые воблеры, джерковую снасть. Большому куску рот радуется. А вдруг, раньше я ловил, но правда ловилась какая-то мелочь. Вот, хочу убедиться, что все-таки профессионалы, люди, которые показывают, ловят, убеждая, утверждая, что все-таки 130-ники. Итак, первый заброс. Что летит, ну как и все, что летит, воблер сам по себе тяжелый, конечно, будет лететь, как лететь не будет. Так, делаем ручки. Ну, день только начался, так что у нас все впереди, солнышко обогреет, и я почему-то думаю, что активируется мелочь, и щука вылезет поедать инвалидов этой самой мелочи. И на Twitch у нас с вами. Почему с вами? Потому что вы смотрите этот фильм. Поэтому и с вами, и, наверное, все получится. Сейчас сделаю несколько забросов и буду двигаться дальше туда. Так, ветерок сегодня как раз тот, какой нужно. Полетное качество будет усиливать воблера. И прогон, соответственно, будет уже на порядок больше. Ну вот, рыбачил суёки шансами. Там лопаточка на порядок поменьше, поуже. Этот воблер, как он называется, флирт. Флиртанем. Сегодня будем флиртовать. У него лопата уже немножко побольше, и чувствуется, что он уже на порядок опирается. Ну, так, ну, у него уже и есть собственная игра. Собственная игра. Предпоследний. А вот и поклевочка. Все, рыба есть. Флиртанули.
принципе, рыбешка неплохая. Да. Рыбеха, ох, я знаю. Неплохая рыбешка, третий заброс. У вас прямо на глазах произошла поклевка. Щукова поклевочка. Брать будем только крупную рыбу. Ну, хорошая, конечно же, воблеры клюет, рыба хорошая. Так, что у нас тут? Килограмм еще есть? Есть. Однозначно. Вот, первая рыба. Замечательная. Сейчас мы ее аккуратно извлечем. Освободим и обязательно отдадим обратно. Что, не зря я приехал, не зря потратил день. Уже все, с третьего запроса у меня все получилось, как видите. Я очень уже доволен. Рыбалка такая уже насыщенная. Хотя еще целый день впереди, но рыба будет ловить все туска. Шлеп, бульк. Рыба ушла. Будем искать крупнее. И ловить. Обязательно будем ловить. Очень-очень хочется. Так что твичьте. Обязательно нужно твичить. Когда я начал твичить, мне... Опа! О, снова поклевка. Смотрите, второй заброс. Снова поклевка. Видите даже, что мир фильм уже не монтированный. Рыба ходит. Рыба ходит, все. Вторая поклевка. Что нужно рыбаку? Что скажите? Что? Что еще нужно рыбаку? Скажите, что? Что? Вот это и нужно рыбаку. Только это. Больше ничего. Нужно просто, чтобы ловилась рыба. Четвертый заброс и вторая щука. А только-только приехал. У меня уже все полное. Ох, как она ходит. Как она бегает. Такое ощущение, что это самое длинное. Опа, она. Вот она. Видите, ощущение. Ну, это чуть-чуть даже поменьше. Сейчас я ее снова тоже освобожу и отпущу. Такую мелочь нам не нужно. Мы ее будем ловить на балансиры, на блесны. Зимой с большим удовольствием. Видим. Снова отпускаем рыбу. Щучонок. И будем ждать того момента, когда попадется хорошая щука. Значит, воблер не впарили. Воблер не впарили, воблер ловит, твич рулит, и все получается просто окушки. Так, разбудили рыбу, разбудили, возбудили и разбудили. И все получилось. Конечно, говорят, что крупная рыба любит поспать. Будем ждать. Когда она проснется, проголодается, несколько штучек обязательно возьмем покоптить. Так должно быть. Имею полное право взять энное количество рыбы. Вот такая мелочь, сейчас уже, конечно, надоест быстро. Причем я обязательно поеду искать. Хочу еще поискать окушков таких, чтобы тоже было приятно положить на сковородочку. Окунь очень вкусно жареный. Очень-очень вкусно жареный. Нисколько не хуже судака. А мне даже кажется, в некоторых случаях и лучше. Ну что, флиртует флирт? Обе работают. Спасибо тем, кто продал. Спасибо, спасибо. Хотя, в принципе, если бы этот воблер и не работал, значит, мы бы стали старые проверенные и начали бы с удовольствием ловить.
на них нисколько не хуже, а может быть даже и лучше. Обязательно я их сегодня поставлю. Не поленюсь поменять. Опа! О, поклевка произошла. Та-та-та. Ох, как она! Как она ходит! Как она там прыгает! Как она там ходит! Рыба есть. Вот это уже немножко покрупнее, поинтереснее. Такая рыбешечка. Пасть открыла. Крокодила. Это уже за килограмм. Эту, пожалуй, можно уже взять. Эту мы уже, пожалуй, возьмем. Вот, как видите, все замечательно. Белокарбоновый поводок самоделочка. Как его делать, я показываю. То есть нисколько не хуже на обычных. То есть не обязательно, чтобы поводок был жесткий, можно вполне нормально ловить на мелкие поводочки, вернее на поводки мягкие, то есть карбоновые. Эту щуку я заберу, поэтому я долго ее держу, а все остальное мелочи, конечно, буду отпускать.